Руку поднимай, мы остановились. Готово, блин. Тема, тяни! Как пиздец, нам! Я вам туда хуярил, я думаю, ну пиздец! Нихуя едет! Ага, там... Хера куда уехал? Йо, вообще караул! А, Йо, твою мать! Пиздец! Нормально, нормально! Пистол! Офиг! О! Ебать! Нихуя! А не смешно, нихуя! Во, блядь! Поехали, нахуй! Куда? Поехали, пацаны! Поехали, блядь! Так, ребята, аккуратнее! Блять. Да ну, брат. Рядом, он рядом. Да! Охереть! Это жопа, капец! Гонщик-полупрофессионал Роб Хенлин решается на прыжок. Он уверен, что можно на глазок прикинуть скорость и разогнаться достаточно для преодоления 18-метровой дистанции. Ой, нет. Его снегоход идет слишком медленно. Зрители кричат Робу, просят остановиться. Он заходит на пандус на скоростью в 65 километров, отрывается от него. Но затем его нога сгибается в обратную сторону, прямо по голове. Роб падает. Снегоход переваливает за ограждение, едет вниз по склону.
Роб лежит практически без движения. На обледенелой мостовой друзья спешат ему на помощь. Гонщик на снегоходе Коди Смит готовится к головоломному прыжку для съемок видео об экстремальных видах спорта. На сегодня это его последний трюк. Он собирается прыгнуть на такую высоту, чтобы еще и перекувыркнуться. Он посчитал, что для прыжка нужна скорость от 80 до 100 км в час. Но Коди неправильно рассчитал заход на трамплин, скорость была слишком высока. На самом верху трехметрового трамплина он бьется головой о руль. Ему приходится спрыгнуть, он летит на землю с высоты 12 метров. Коди удалось не попасть под снегоход весом 225 килограмм, но он получил сильнейшие травмы. На помощь упавшему спортсмену бросаются зрители. В этой аварии Коди сломал позвоночник в 5 местах. На выздоровление ушел целый год, но затем он снова вернулся к соревнованиям. Давай езжай! Что, заглох, что ли? Ты чё? Он у тебя заведён давно? Льется бензин. Оттягивай его назад, сдергивай снег, что не могу сбить. И снег опять загорелся. Горит, сука. Все равно горит где-то. Внизу, внутри горит. Да как же туда-то, внутрь-то накидать? Там горит внутри. Oh!
тяну в бок, и ты со мной хуяришь вместе. Ты говори мне на ухо, куда? Нет, я тебе нихуя не говорю, ты тянешься вместе со мной, ты все поймешь сразу. Только, слышь, послушай, чувак, серьезно, я тебе говорю, доверься мне, в нескольких первых поворотах ты все почувствуешь. Ёбка, держись нормально. Вперед, 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 вперед. Я серьезно говорю, держи, я тебе все объясню. Подожди, подожди. Юра не сел, Юра не сел. Сейчас все будет. Не, назад не надо. Мы зашли. Да-да-да. Что он сделал? Юр, говори. Чуть-чуть, все вперед, 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 чуть. Вперед! Все вперед чуть-чуть сели. Вперед! Мой ход поворот. Твою мать! Больно.